5 октября – День Ионы. Сегодня день памяти святого пророка Ионы и преподобного Ионы Пресвитера. Бог велел пророку Ионе отправиться в город для проповеди. Иона ослушался и сел на другой корабль. Началась буря. Моряки бросили жребий, чтобы выявить виновника. Жребий пал на Иону. Он понял свою вину и попросил бросить его в воду. В море его поглотил кит, в чреве которого проповедник пробыл 3 дня и 3 ночи, беспрестанно молясь. Затем он был выброшен на берег и спасен. Наши предки считали, что с дня Ионы начинается осень и продолжается до Рождества Христова. Так как сегодня почитали память пророка Ионы, то запрещалось ловить, есть или продавать рыбу. В народе существовало мнение, что сегодняшний день несчастливый. Обычно в это время бывают сильные ветра, а в народе считалось, что ветра могут принести порчу, болезни и нечистую силу. Чтобы ветра сильного не было, сегодня не рекомендовали сжигать старые веники, разорять муравейники, проклинать ветер, бить палкой или хлыстом по земле. Сегодня почитают и память мученика Фоки Садовника. Его считают покровителем моряков, которые не раз молились ему о помощи и получали спасение. Сегодня заканчивали убирать редьку и готовили из нее разные блюда. Приметы. Если на Иона еще листья на березе висят, знать, снег на землю поздно ляжет. Если на Иону вокруг луны круг, то есть галло такое, а в том круге блещут звезды, это к непогоде. Если сегодня на еле или сосне мало шишек, теплой зиме. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.